Конечно, не все плюс-минус такие серые. Так, мы должны, наверное, да, поговорим. Получается, вот здесь мы, да, делаем выбор. Да, нейтралитет. Да, мы не дадим. Можем отдать девушку в лапы чародея. В другой части. Это было бы просто подло. Так что же нам делать с Сабриной и аристократом? Дейдра должна отказаться от наследства. Мервину этого будет достаточно. А что касается чародейки... Это мой вариант. Придется смириться с нашим решением. Или я отвинчу ее маленькую хорошенькую головку и повешу над камином. Ламберт, свои мрачные речи оставь на потом. Мы должны постараться решить это дело миром. Хорошо, попробуем. Эскель, ты и Геральт, поговорите с княжной. Мы будем ждать вас здесь. А что сразу не написали? Написали бы прямым текстом, то, что она должна отказаться, там, предложить ей отказаться. Да блин, моя идея была в этом. Стоп, куда я пошел, погодите? Должен поговорить с Дейдрой. А, с ней говорить? Ну ладно, давайте с ней поговорим. А, если со мной ходит, понял. Ну, посмотрим, что там в другой концовке. Но вообще это, получается, выглядит... Это она тут ходит? Да, это она. Что это то, что я и хотел. Просто это написали так, как будто бы что-то не то подразумевали. Так, стоять. Стой, стой, стой. Геральт? А куда она идет, интересно? Мы решили помочь тебе? Она, походу, хочет уйти. Все, может, все-таки отпустить ее? Мы решили помочь тебе. Спасибо. Вы даже не представляете, как много для меня это значит. Ты должен пойти в лагерь и сказать брату, что отказываешься от прав на трон и имущество. Это должно его убедить. И Сабрина лишится поддержки. Цена высока, но другого выхода я не вижу. А, да? Значит, решено. Я рад, Дейдра. То есть это просто мой вариант. С Данием Навлином мы должны поговорить с Марвином в его лагере. Блин, а чё прямым текстом не написали? А, уж эти выборы. Мы побежали в лагерь рассказывать. А я со мной? А, и вы со мной пойдете? Вы-то куда лезете? Или вы будете волков от меня напугивать? А волков, кстати, нету. Ха, это походу она их отозвала. Ну, понятно, что это ее волки. Че сразу не отозвала, блин? Бегал тут, мучился с этими волками. Ну, блин, короче, я надеюсь, этих чуваков устроит, то, что она откажется от наследства. Потому что я уверен, им только это нужно. Где это, блин? А где? Стоп. Нам не сюда. А, нет. Казалось, а где это, блин? Она сама должна подсосать или что? А, вот они стоят. Да, сама подсасывает. Как типично для людей. Все уже тут. Что это еще за процессия? Мервин, еще не поздно решить все миром. Чтоб и волки были сыты, и овцы целы. Хорошо. Я выслушаю вас. Ни о ком не забыли? Нет. Это касается только Мервина. С тобой, Сабрина, мы поговорим позже. Мервин, я готова отказаться от претензий на земли Каингорна. Я готова отказаться от своего титула княжны. И никаких условий? Только одно. Ты обо мне забудешь. Ты прекратишь меня преследовать и вернешься домой. И эту ведьму заберешь с собой. Дейдра. Молчи, девушка. Мервин, раскрой глаза, не дай себя обмануть. Это ловушка. Мы прямо здесь и сейчас подпишем все необходимые бумаги. Свидетели есть. Все ясно и четко. Мервин, не слушай их. Помнишь, что случилось с Робаном? Это ты сделала, Глэвисик. Ты и твоя магия. Мервин, прикажи Брингсу арестовать Дейдру. Только тогда твой титул будет в безопасности. В противном случае ты всю жизнь будешь жить в страхе. Я убью тебя, ведьма. Началось.
Но это сбежало. За короля! А-а-а, погодите, не бейте. Стоп, у меня супер-пупер меч. Надо протестить. Чуваки, давайте в кучу и жаримся. Жаримся. А, у меня Петя, наверное, нет. Петя, наверное, меня все высосало. Она не может это как-то отключить, свою пассивку на высасывание энергии? А, меня убивают. А, у меня нету... А, что это? Кровотечение так бьет? А, и тут отравление. А тут кто травит? Или тут тоже архиспоры были? А чё она на них архиспоры не натравливает? Опа, пол хп плюс. Так, ну на самом деле филин надо было выпить. Чтобы энергия регенилась. Ротермейстер. Повар. Блин, опять эски убили. Там эски страдает. Ну, теперь меня действительно достало. Все? Вицек, нет, этих не трогаем. О, разведчик еще. Ну-ка, иди сюда, блин. Эльф. Сволочь такая. Ну, иди, блин. Его быстрым? Под быстрым. Ну, неплохой меч, неплохой. Я не знаю, сколько бы наш наносил. Так, а мне что делать? Я должен догнать. А, догнать? Стоп, а куда? А где она? Где ее догонять? Она ушла в шахт. А, в шатер, понял. А, по-моему, в телепорт убежал. Там я видел, что-то похожее на телепорт открылось, как будто бы. А, нет, сюда, реально здесь. Ладно. Доигрался, братец. Мог бы быть князем, достанешь трупом. Да, он смотрит. А для тебя, ведьма, у меня особый подарок. Она обезумела. Ведьмак, на помощь! Сабрина, используй магию, мы сможем ее победить. Ничего не выйдет, братец. Магия на меня не действует. Геральт, я не хотела нападать на Эскеля. Он напугал меня. У меня просто сработали инстинкты. Забудь о мести Сабрине. Прости своего брата. Докажи всем, что чародеи ошибались. Докажи, что ты не чудовище. А если я тебе скажу, что не в силах никого простить? Если я скажу, что желаю этой подлой суке самых страшных мук? Это значит, что я признаю свою вину? Для меня это значит, что ты обиженное, болезненно мстительное дитя. Но я не судья. Геральт, не будь идиотом. Ведь совершенно ясно, что она обезумела. Это наверняка результат прогрессирующей мутации. Это всего лишь догадки. Ведьмак, позволь мне напомнить, что у меня есть охранная грамота короля Хенсельта. Если со мной что-нибудь случится, вас всех истребят. Мы словно малые дети. Раз вы хотите, чтобы решение принял я его приму. Еще одно решение? Но я сохранился, кстати, можем и тут оба варианта посмотреть. Вы обе пытаетесь использовать нас. Но ты, Дейдра, напала на Эскеля. Неизвестно, выживет ли он. Кроме того, ты нас обманул. Ты никогда и не собиралась решать дело миром. Опусти оружие. Сабрина, тебе придется уйти немедленно. Твоя магия здесь бесполезна. Именно из-за твоих интриг мы все оказались в этой ситуации. Но, как я уже говорил, и мне судить. Я не судья, и не палач. Уходи. Угу. Опусти оружие, либо уходи. Так, сначала будет мой вариант, как бы я выбрал при... Это уже не первое прохождение. Первым мы пошли по другому пути. Но вообще-то тот вариант, который я и хотел изначально. Просто мне неправильно его преподнесли. Наверное, первое. В принципе, есть слова, то, что ведьмак сказал, то, что опусти оружие, чтобы доказать то, что ты не вот этот мутант, который всех ненавидит. Единственное, кто это будет подтверждать, то есть единственное, кто это увидит и кому, кто будет подтверждать эти действия, мы. Вы обе пытаетесь использовать нас, но ты, Дейдра, возможно, сейчас под удар себя подставим. Неизвестно, выживет ли он. Кроме того, ты нас обманула.
Ты никогда и не собиралась решать дело миром. Опусти оружие. Геральт, пожалуйста, не надо. Если ты сдашься, я обещаю, что Сабрина не причинит тебе вреда. Ты сможешь уйти. Я не могу. Убью! Ну, значит, ты проклятый, действительно. А, она нас убила? У меня просто рука даже не на клавиатуре была. Ну, получается, первый мой выбор вообще идеален. Да, прям идеально тут перед шатром догадался нажать кнопочку. А, кстати, фулл это экспа. А, у меня волки еще грызут руки. В волках. А, и энергия резко куда-то испарилась. Блин, волки, сволочь, отвалить. А кто-то будет еще здесь работать, кроме меня? Не, мне не восполняется энергия. Это интересный файт. Надо попробовать один все-таки раз знак поражения, потому что вроде один раз можно, потому что там энергия не сразу. Или сразу все-таки. Давайте, короче, посмотрим, сразу же ли энергия уходит. Короче, файт без знаков, я понял. Вперед! Да, мы слишком быстро ходим. А что это было? Почему мне моментальных хп сняли? То есть проблема в том, что я даже ничего сделать не успеваю. Я просто моментально херачит. Я бы банши. Ну, кацани. А, не, нельзя кацать, ладно. А кто ее хилит? Да ты ее хилишь? Я сам себя хилит. Короче, знаки можно забить, я понял. Нам нужен меч, я так понимаю. Я не знаю, на какую кнопку этот меч остается. А, ну тут же пауза есть. Я попробую через паузу. Она... Так, нам нужен вот этот меч. Нам нужно бежать. Блин, я застрял. Ну не, меня моментально убивает. Что это вообще такое? Вообще ничего не успеваю сделать, даже отойти не успеваю. Интересный файт. Ну это вообще максимально мирный файт, как по мне. Точнее, выбор. По итогу-то это ни хрена не мирный. Кто-то в любом случае умрет. Вы обе... Я не... Так. Так. Не, меня просто съедают и все. Я их вообще не сношу. Тут надо как-то кайтить. Получается, кайт только. Знаков у меня нет. Бомбы? Походу бомбы надо юзать, да? Давайте бомбу тогда. Страх на ближайших противников. Ласточку надо заранее выпить, наверное, еще, да? Ну, фильм, я так понимаю, смысла нет никого пить. Ты кто? Гром? Можно попробовать еще с громом. Может быть, за фейс-роль получится. Простите, а куда у меня хп отъехал только что? Или его больше стало просто? 98. Или у меня его не было? А, стоп, а с каким количеством хп? Захожу. У меня фул или не фул? А, у меня хп, наверное, еще не фул. Стоп. А. Или меня ресует? Сейчас надо обратить внимание. Мне почему-то казалось, что у меня фул, когда я захожу. Да, мне не фул. Фул. Понятно? Когда хилится до фула еще. Что-то этого не замечал никак. Так, фул хп. Ласточка.
А, нет, 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 ошибка, 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 ошибка новичка. Так, нам нужно, получается, сейчас скинуть токсичность, выпить ласточку, а пытаться жить на рафардах. Вообще, в целом, мы можем много чего сделать. Так, а у меня нету... Серьезно, у меня нету штуки, которая сбрасывает, блин. О, хренная игра. Может, у этих останков что-нибудь есть прикольное? Ну-ка. 300, нихера. Сильно. Но, там как бы тратить эти 300 негде. О, мы, кстати, можем накрафтить, может быть, сейчас что-нибудь. А вот, блин, тут же были торговцы, да? Куча прям торговцев. У которых можно было что-то купить. А где все эти товары, которые можно что-то купить? Мы же всех убили. Значит, все должны получить сейчас за бесплатно. Сот, жесть, мы богатые. Охренеть. Богатый ведьмак. Так, ну чуваки, я думаю, там подождут нас. Мы этот немножко это... Или нельзя? В смысле? Ну игра, ну дай. Ну дай. Или это не костер? Может, плохой костер? Тут еще где-то был. Ну-ка. Нет. Ну, он даже не подсвечивается, как костер. Да, вот он. Но сесть на нее нельзя. Окей, костры заблокировали. Сволочи. Ладно. А, чё ладно? Мы не можем тогда скрафтить, нам надо еще раньше грузиться. Потому что нам нужно сбросить сейчас токсичность себя. У нас же нету никаких эликсиров, ну-ка. У нас филин и все. Филин нам нахер не нужен. И больше нету ничего. То есть нам надо сбросить как-то. А никак. А все. Сейчас надо загружаться. Еще раньше. Ну, кстати, можно еще раньше загрузиться. Ладно, хер с ним. А, где мы там этот выбор делаем? Здесь, да? Мы тогда что крафтим? Нам нужна тогда штука, которая сбрасывает токсичность. Так, я, наверное, могу принять решение сначала. Так, первое тут выбираем. Идем к этой женщине, говорим ей, что мы выбрали. И там рядом с ней сидит костер. Мы его как раз таки поюзаем. Да, костер вроде как доступен. Блин, я засала. Не, костер доступен. Окей. Да. А, у меня новые таланты есть. А я уже не знаю, что мне надо. Так, ну учитывая, что там бой без знаков, нам надо что-то беззначное, да, вкачать. Стальной меч нам нужен. Бытовой стиль, наверное. Блин, нельзя вкачать. Нету. Выносливость не вкачана, блин. У нас только один серебряный остался. Ну ладно, чем то, что есть. А, стальной. Точный удар. Повреждения будут. Так, бронзовый. Чисто боевым с тремя противниками. Кстати, может пригодиться. ФЗ. Так, алхимия самое главное. Блять. За что игра? Издеваешься. А, у меня нет белого меда. Можно успокоиться. Фу. Все. Отлегло. У нас нету банально белого меда. Рецепта. Так что нам без шансов. В любом случае. Че, погнали? Сейчас будем драться с тобой. Готово? Блин, там еще шатер, в котором места вообще нет. Ой, блин, и файт. Тоже мне придумали, блин. Нам надо, короче, вот этот первый файт провести более-менее спокойно. Никого не нарываясь. Чуваки, пойдете за мной? Пойдите, пап. Вперед. Сейчас всех победим. Только вот как это победить всех, да?
А чё мне энергии не фул? Потому что я с этой... погодите. Ну даже вне боя, да, это происходит. Или нет, не происходит. А, да-да-да, он отсос энергии пошел. Нет, отстань. И продолжает идти, в смысле, я уже далеко от нее. Фига себе, дебаф, блин, словили. Так, ну погнали, точно филин. Раз, точно ласточка, два. Можно попробовать еще гром. А гром долго действует вроде бы, да? Ну-ка. Все, минус вся энергия, потому что она ко мне, сука, подошла. А, сразу. Не стоит верить, 50. И 8 часов это все действует. Ласточка не очень долго действует, поэтому погнали быстрее. Энергии у меня, конечно, нет. Но с ней невозможно, блин, энергию накапливать. Надо сразу убегать. Черный кранс. Давай, не убивайте меня там. Блин, там уже за короля. А, беги, Геральт. Да кто, блядь, что? Да кто там вообще, блядь, травит? Это пиздец. Просто фул хп, блядь, одним отравлением. Пиздак, блядь. Охуеть, блядь. Да кто это, блядь, придумал? Ну что за еблан? Пиздец. Блять, что в голове у этого идиота? Блять, просто отравление, которое тебя моментально нахуй убивает. Это пиздец. А, блин. Короче, ладно, пофиг. Но мы все равно ничего скрафтить не можем. Надо ласточку выпить. Регенить хп. А, бафнуть меч. Точно, меч не бафнуть, кстати. И бахнуть гром еще дополнительно. Все. Рафарда. Блять, да почему на минус хп? Ты не понимаю, как это работает. Почему грома хп отбирает? Токсичность нас убивает? Ну токсичность же не на фул. Токсичность только на фул убивает. А, вот почему Рафары так мало хилит. Потому что он и хилит, и сбивает нам хп из-за токсичности. А, ну и тупость. Ну и тупость. Так, ну мы регеним хп, нам нужно фул. Можно что-нибудь пожрать, чтобы быстрее регенилось. Тут чуваков, кстати, много жрачки. Еще разновидности всякого. Так, сыр. Они точно стакаются? Мне кажется, они ни хрена не стакаются. Вот там еще грушу убирали, да? Ну, на мне куча бафов. Сколько там? 288, 294. 308. Короче, нормально. Кстати, да, еда реально разная, еда стакается. Так, ну вначале мне все равно надо будет убегать, чтобы взять меч. А, знак я кастовать точно не могу. Я сохранился? Я опять не сохранился, да? Куда-нибудь я сохранюсь. Блять, не могу здесь пройти. А, уж что достать? Ну, уже четверти хп нет, отлично. Че она его не бьет? Ребенок неожиданности Скеля, рожденная в тени предназначения, княжна Дейзер Адемейн. Она могла изменить свою судьбу, забыть о месте ради прощения, проявить доброту это и было? Человечность. Она не использовала возможность, выбрала месть и ненависть. Была ли она чудовищем или просто отравленной девчонкой? Шрамы Скеля, предупреждение судьбы или простое совпадение? Какой она точно не была? Знает никто. Правление Мервина Адемейна привело Каингорн к полному краху и сделало его полностью зависимым от Каэдвена.
Ведьмаки не упоминали имя Дейдры. Она осталась... это скип? Нет. Можно. Я думаю, там ничего интересного не будет. Так, и погнали, посмотрим тогда... Сохранение... Нет, нам нужно это. Второй вариант. Получается, три концовки. Как-то еще можем что-то еще сделать? Вроде больше ничего нельзя. То есть, выбор с ведьмаками у нас один, и здесь два. Доигрался. Это ведьма. Тебе придется идти немедленно. Сабрина, тебе придется уйти немедленно. Твоя магия здесь бесполезна. Именно из-за твоих интриг мы все оказались в этой ситуации. Но, как я уже говорил, не мне судить. Я не судья и не палач. Уходи. Геральт, ты спятил? Нет, не знаю, правильно ли я поступаю, но я даю тебе шанс выжить. Но... Никаких «но». Уходи. Твои игры кончились. Я не верю ни одному твоему слову, но что-то подсказывает мне, что если ты уйдешь, Дейдра и Мервин смогут сами уладить свой спор. Похоже, у меня нет выбора. Уходи сейчас. О, ну это, кстати, интересный выбор. Ну, и просто если она не убьет ее своего брата прямо сейчас, то это, в принципе, даже окей. Я до нее доберусь. Сомневаюсь. Еще один совет. Если ты ценишь свою жизнь, помирись с Дейдрой. Мы просто выгнали ее. А так можно было? И не высовывай нос из замка несколько месяцев. А может, лет. Легко сказать. Мервин, ты простишь меня? Я откажусь от титула. Власть мне не нужна. Но мне нужна твоя поддержка. Одна я не справлюсь. Ведьмак показал, что нам всем есть чему поучиться. Я был идиотом, когда слушал советы Сабрины. Я прощаю тебя, Дейдра. Это страшно, да, в соло-то против ведьмака и сестрицы с мечом? Ребенок неожиданности Скеля. Рожденный... Сразу на все согласился. Сабрина, это нет. Бля, ну кто же знал, что второй вариант это тупо выгнать Сабрину. Это да, это правильно, потому что она единственная, кто тут... Это ловушка, не верь ей. Человечность. Во время битвы в лагере наемники были уничтожены. Короче, я все предположил неправильно. Стоило ли оно того? Действительно ли гибель Мертона Принца и его наемников была меньшим злом? Этого не знает никто. Как бы то ни было, Мервин и Дейдра вместе правили Каингорном и добились наивысшего расцвета княжества за всю его историю. Несколько лет спустя в Каэрморхен прилетел огромный ворон с письмом от княжны Каингорна. Эскель бросил письмо в камин, даже не распечатав его. Мы больше никогда не упоминали в разговорах имя Дейдра Адемейн. И туда ее, правильно. С чего нам нужно? Да, переиграл. Просто посмотреть, что в других этих.